К Новому году небольшой, но уютный Темиртау превратился в настоящий сказочный городок. Яркие гирлянды, цветные иллюминации и красочные елочки. Смотрите сами. Наше путешествие по излюбленным местам темиртаустов начинается с площади перед монументом металлургам, где установлена главная елка города. На площади Гагарина и в сквере возле акимата города также чувствуется праздничная атмосфера, которую создают новогодние декорации. Центральная улица города от въездной части до памятника металлургам вся сияет новогодними огоньками и дарит темиртаустцам праздничное настроение. При въезде в город всех горожан и гостей Темиртау встречает аллея разноцветных елочек. Выглядит красиво и завораживающе. Далее, прогуливаясь по проспекту Металлургов, продолжаешь окунаться в новогоднюю сказку. Волшебная атмосфера царит и в парке старого города, где горожане в сказочной обстановке проводят новогодние праздники, заряжаясь позитивом на весь год. Перед спорткомплексом «Миттл» развернули целый сказочный городок с качелями, горками и катком. Такой подарок горожанам уже третий год подряд устраивает компания «ArcelorMittal Temirtau». Темиртау – классный городок! Это очень классный городок. Он такой сказочный, волшебный. Круть!